В деревне Фатьяново Шуйского района 16 постоянных жителей. Остальные приезжают только летом, это дачники. Местным без газа жилось не сладко. Просили о голубом топливе и питались обещаниями еще с 2006-го. И вот момент настал. В населенном пункте появилось тепло. Для нас это приоритет. Конечно, есть газ, сразу жизнь появляется, более комфортно становится. Поэтому я вас поздравляю прежде всего, что газ есть. Вот, и спасибо вам за вашу активность. Вот Людмила Павловна была очень активной. Да? Спасибо вам большое за газ, что не обманули нас, провели вовремя. Всего в Шуйском районе за этот год газифицировано 2 населенных пункта. На это направлено более 2,6 миллиона рублей. Все средства из бюджета региона. А у нас хорошо. Пришла тепло, и ушла тепло, и встала тепло. Не топи котел. А то встаешь, и надо топить котел. В 2019 году на развитие газификации в сельской местности выделено больше 37 миллионов. Львиная часть из федеральной казны. Это в 8 раз больше, чем годом ранее. Средства распределили на 5 районов – Гаврилово-Посадский, Палевский, Родниковский, Тейковский и Шуйский. Есть планы на 2020 год. На следующий год у нас финансирование еще на 7 миллионов больше, чем этот год. Сейчас предварительно отобраны 4 района, соответственно, 15 километров газопроводов будет дополнительно в следующем году введено в деревнях. Городским, отмечают в деревне, всех газовых благ не понять. А местные очень рады. Квитанции с суммами, правда, еще не получали. Теперь будут ждать их. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Шуйский район.